Всем привет! Вы на канале LookTool, и сегодня мы с вами будем собирать китайский триммер. Сейчас очень много магазинов, в которых можно купить собранный триммер, уже готовые. Но также, если вы покупаете в интернет-магазине, к примеру, или же даже в обычном магазине, бывает, продают триммеры в разобранном состоянии. То есть вам дают коробку с двигателем и всей комплектацией, и дают коробку с самой штангой, если она в полусобранном состоянии, или же просто дают вам вот такую вот штангу. Мы сейчас рассмотрим, как собирается триммер, который уже штанга практически собрана, а после этого сразу же рассмотрим триммер, который надо собирать практически полностью с нуля. То есть там и штанга в разобранном состоянии полностью. Все редукторы, колокол, ручки, все отсоединено. Вот. Приступаем к сборке триммера. Итак, вскрываем коробку. Вот в такой большой коробке у нас будет находиться двигатель и, соответственно, вся комплектация к нему. Как вы знаете, я не любитель как чего-либо рекламировать, поэтому просто попалась мне эта коробка фирмы Хопер. Я ее и собираю, этот триммер. Это не реклама. Покупайте триммер, который посоветует вам продавец по вашим потребностям, соответственно, и в вашем городе, что более распространено. Значит, в коробку входит, ну это к любому должно входить, обязательно ремень. Он может быть либо наплечный с двумя ремнями, ну с двойной такой, либо через одно плечо. Вот, потом кожух, триммерная головка вот такого образца. Вот. Сам двигатель, нож для кошения или лезвие, его многие называют. Он может быть либо победитель, вот такой с победителями напайками, вот, либо же трехлопастной. И, соответственно, инструкция по эксплуатации. Вообще, перед сборкой триммера обязательно почитайте, посмотрите, много всего полезного все-таки в этой книжице есть. Все, что мне не нужно, я убираю пока в коробку. Распаковываем голову. Распаковываем кожу. Что у нас в этой коробке? Я специально взял разборный триммер, то есть пополам штанга пополам разъединяется. Вы при покупке, конечно же, можете купить целый, ну, то есть штанга целая, не разборная. Вот, но это просто чтобы показать, и узел разборный, я ее и взял. Здесь у нас емкость для того, чтобы разбавлять бензин. Она в некоторые комплекты, ну, в некоторую комплектацию может не входить. Так. Ключи для сборки, разборки обязательно должны присутствовать. Ручка левая. Левая. Правая у нас вот она, которой мы управляем. И штанга. Как я уже сказал, данная штанга у нас разборная. Здесь, как мы видим, вот сам редуктор, колокол вот этот вот, верхний редуктор, можно сказать, крепление для ремня и кронштейн для ручек, он уже присоединен к палке, что облегчает, соответственно, его сборку в дальнейшем. В комплект обязательно входит ключей, свечной ключ, вот, и ключи для сборки-разборки триммера. Я буду пользоваться шуруповертом, чтобы побыстрее все это вам показать. Вот, но вполне можно обойтись этими родными ключами. Итак, первое. Давайте, наверное, соберем ручку, чтобы ее потом сразу присоединить. Откручиваем
если она отсоединена, откручиваем один вот этот болт, вставляем туда, соответственно, алюминиевую ручку саму, ставим его назад и прикручиваем. Так, теперь к самой вот этой вот башке, то есть к самому двигателю, мы прикручиваем вот эту вот штангу. Здесь у нас в пакете болты для того, чтобы это дело прикрутить все. 4 болтика, болты сами по себе на 6, шестигранник используется на 5. Я то же самое буду крутить шуруповертом. Вот такие самодельные ключи я себе сделал из шестигранников. Вы можете обойтись родными ключами. Далее нам надо присоединить ручку. Здесь у нас уже болты стоят, и они прикрученные. Болты шестигранник на 4 надо использовать. Сперва мы их откручиваем. Чтобы видно вам было. Устанавливаем ручки. Здесь вот есть отверстия, но они не во всех бывают триммерах. А здесь вот болты торчат. И эти отверстия надо одеть на эти болты. Вот. Ну, в некоторых этого нет, в некоторых вообще палка целая, ручка одна целиком. Вот. Но если они есть, то надо одеть. Накрываем верхнюю часть кронштейна и прикручиваем. В комплект идут хомутики в некоторых, а в некоторых вот такие зажимы. Вот сюда мы прогоним этот провод, чтобы он нам не мешал, когда мы косим. Вот эта часть собрана. Убираем пока ее в сторонку. Теперь нам надо собрать кожух и, соответственно, прикрутить голову. Откручиваем гаечку. Все это дело снимаем. Вот здесь тоже болты уже, крепление само прикручено, его надо выкрутить. У меня используем шестигранник на 5. У вас может отвертка быть или еще что-то. И прикручиваем вот сюда. Сразу сильно я не подтягиваю, потому что мне надо вот этот болт сорвать. Не нижний вот этот, а вот этот вот. Во время работы у нас кожух может уходить наверх, вот сюда по штанге, если крепление плохо его держит. Вот для этих целей, ну вот на данной именно модели триммеров, используется вот такой вот как бы вот такой вот зажим, захват. И я его сюда вперед подаю и фиксирую болтом. То есть я прижимаю его к вот этому редуктору непосредственно. И у нас кожух уже не пойдет. На некоторых моделях
Прям к редуктору прикручивается сверху или сбоку там. Ну его надо сделать, иначе он будет у вас во время работы постепенно уходить вот сюда наверх. И, соответственно, будет неудобно работать. Затягиваем. Так, затягиваем и этот тоже. Вот. Здесь у нас отсекатель уже, как мы видим, прикручен. Если у вас он не прикручен, соответственно, он будет в комплекте здесь. Вы его должны будете прикрутить. Это обязательно. Дальше. Для данной чашки, катушки, если мы видим вот здесь выемку, то мы оставляем только один вот этот фланец, одеваем его вот сюда на голову и, соответственно, прикручиваем. Если этой выемки нету, то одеваем фланец на фланец и прикручиваем. Вот, сейчас у меня есть, поэтому я прикручиваю только на один фланец, фиксирую сбоку, чтобы у нее не было вращения, и по левой резьбе, соответственно, я его накручиваю. Ну, ее эту катушку. Вот. Эта часть тоже собрана. Вот эти заглушки, вот вы их не выбрасываете при транспортировке. Одевайте, чтобы смазка там или вал, он может же выскочить вообще оттуда, чтобы вы его не потеряли. Далее. Соединяем эти две части при помощи вот этого зажима специального. Вот. Здесь он у меня вытаскиваем, поворачиваем и туда его соединяем до фиксации. Так, и затягиваем вот этим барашком. Все, триммер собран и готов к работе. Соответственно, если диск хотите поставить, у вас есть фланец, шайбозащитная гаечка. Ремень пристегиваем, есть зацеп. Заправляем маслобензиновой смесью. Как чего разводить, если у меня на канале, смотрите. И как обкатать тоже есть. Вот. И идем косить, работать на своем участке.